Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем играть в Звездные войны Лего. Так, в прошлой серии мы, короче, по-моему, там было Набу, да, захват дворца Тида. Так, сейчас у нас Дарт Мол, глава 6. История. Так, можно будет кнопки немного поменять. Эпизод 1. Пропустить. Неужели первый босс за всю эту, ну, главу? Я, что нам не показали его сразу как злодея? Так. Дроиды. Окей. Так. Это не обязательная, что ли, вещь? Ну, здесь мало нужно этих монеточек. Ну, и, блин, даже не знаю, сколько примерно. Так, окей, мы здесь ничего не можем сделать. Ну, скорее всего, можем. Мне нужно как-то попасть. А ну-ка. Одного я убил. Ладно, короче, это что не то я делаю. Похоже на том. Это не ломается, окей. Тогда у меня даже нету, ну, примерного свет включить. Нет. Я не понимаю немного. Окей. Так, Джин, давай с тобой. Я не понимаю. Мне нужно его осталось убить? Для кого? Я не понимаю. Слишком сложно. Зачем делать так игры сложно? Ну вот, я в вот здесь, да? Вот. Окей. Что дальше? Тупой дроид. Перепрыгнуть, но я не допрыгнул. Серьезно? Сложно? Серьезно? Почему так сразу тогда не сделалось? Хера себе. Хера себе, сказал я себе. Уч. Ну теперь хотя понятно, что нужно делать. Пиздец. Ага. Окей, я понял. То есть, когда в меня только начинает пуля лететь, нужно, короче, активировать ее. Ну, хоть понял. Окей. Зато я потратил много времени на это, чтобы понять. Так, звездолет соберем.
О боже, зачем мне сейчас монетки? Я все равно персонажей дополнительных не покупаю. Так. Иди на ту сторону, поехали. Бля. В этой зоне пускают только пехоту Барри. Это другая глава атака клонов, по-моему. Ну, не глава, это даже часть этапа, блядь. Я не знаю, как правильно сказать. У меня этих нету, чтоб... Вот почему он, типа, допрыгнул сюда, я не могу. Это ж несправедливо. Ну что это вот за дальность его прыжка? Я тоже так хочу прыгать. Даркмол, не убегай. Слишком сложно. Мы сразимся с тобой на этом поле боя? А, ты засал, окей. Почему бы и нет, да. Зато первый босс. Это ловушка. Это была ловушка. Бля, сколько их. Ну хотя бы видно, что Звездные войны. Нахуя дроидов. Который уничтожает с одного... Блин, жалко, что здесь нету именно, как я их разрезаю. Пу-пум. Ахуй вам. Полбу не дало. Бля, это из-за одного только столько механических тварей. Чья? Полетел. Давай, Dark Maul. Сложно. Сложно. Окей. Главное вовремя все сделать правильно. Вали на другую кнопку, чё ты со мной бежишь? Допрыгнул! Допрыгнул, все. Dark Maul, не убегай. Если я все равно словлю то, что хочу мне, блядь, чтоб я упал. И какого ты стоишь? Что он думает, что я его типа не догоню? Мне еще таких два рычага нужно нажать, и все. Вот первый. И второй. Убегай, убегай, убегай. А, шо, все? Так, я слышал где-то звуки того, что мне надо. Ебать. Эй, а помощь будет? Ты что ты делаешь, ты дал? Иди ты нахер. Да я эту херь опущу. О, дерись с ним, правильно.
Окей. Ну сначала я этот опущу. Ты чё, херел? Дерьмом не пускать. Я сейчас буду тебя дерьмом пускать. Еще одна появилась. А я не могу так высоко прыгать. Что это за справедливость такая? Да иди ты в сраку. Дай мне пустить эту херь. Ик. А ты мне не будешь помогать, эй, напарник? Изи. Ага, охереть. То есть в этой... Да, я умираю. Прикольно, почему бы и нет? Прощай, Дарк Мол. Я буду тебя помнить. Конец. Уровень завершен. Свободная игра открыта. И... Да, окончить историю. И... Это то, что мы типа планету, да, спасли? Р2Д2 разрывается аж. Вот и все. Конец первого... фильма, можно даже сказать. Ну, первый этап там, кажется. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.